Якутск стал местом проведения 22-го заседания российско-американского тихоокеанского партнерства. Это одна из деловых площадок торгово-экономического сотрудничества между Россией и США. Благодаря РАТОП был организован транспортный коридор «Восток-Запад». Осуществлен проект по упрощению таможенных процедур «Клирпак». Налажено сотрудничество в банковской сфере и образовательных программах. В состав РАТОП входят представители 11 регионов России, 9 регионов Дальнего Востока, а также Забайкальский край и Бурятия, и 8 штатов США. На пленарном заседании сегодня представители субъектов Дальнего Востока оценили возможности и перспективы дальнейшего сотрудничества с регионами США в области энергетики, энергосбережения, развития малой авиации и IT-сферы. Сегодняшний диалог у нас в Якутии – это, собственно, тоже хороший шаг уже в нашей региональной политике, что мы смогли такую серьезную и уникальную площадку провести у нас в столице республики. Если посмотреть на повестку дня, у нас в повестке и развитие сферы нефтегазового сотрудничества, и развитие энергосбережения, развитие туризма, все это в том числе напрямую касается Арктики.